Это кадры с камер видеонаблюдения, установленных в подземном паркинге по улице Совхозной. На них видно, как трое молодых людей в медицинских масках направляются к авто, обливают его бензином и устраивают настоящий поджог. Огонь вспыхивает моментально, злоумышленники уходят, но буквально через пару секунд решают запечатлеть результат проделанной работы. Как станет известно позже, для отчета перед заказчиком. Почему именно эта машина вас интересовала? Мы сделали заказ на этого человека. Дело в том, что человек такой же, как и вы, просто мошенник. Вот. Он же украл машину где-то, он же изнасиловал девочку. Вот. И мы с ребятами собрались и полетели делать дела. Делать дела безработные уроженцы Белгорода полетели в Химки за 60 тысяч рублей. Именно столько им предложил заказчик. Предварительная сумма урона, который нанесли злоумышленники, превысила 13 миллионов. В результате поджога одной машины загорелись еще 8 рядом стоящих. Сейчас среди этой груды металла сложно распознать авто, которое месяц назад купила Екатерина Александрова. Подарок стоимостью в 1,5 миллиона девушка сделала себе в день рождения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемых поджигателей. Подозреваемые были задержаны полицейскими в Белгороде. Ими оказались трое местных жителей. По словам задержанных, объявление о таком способе заработка они обнаружили в интернете. Теперь молодым людям грозит до 3 лет лишения свободы.